Картина «Вечер на Украине» была написана Архипом Куинджи в 1901 году. В картине эффект дополнительных цветов доведен до предела. На теневой стороне хаты горят бирюзовым цветом, контрастирующим с малиновым и усиливающим эффект горения. В работе нашли отражение Куинджи-романтик и Куинджи-реалист. Романтизм проявляется в необычайной поэтизации простого банального сюжета, а достоверность отображения, тщательность к деталям – это уже признаки реалистичной живописи. Композиционное построение работы захватывает внимание зрителя и уводит его взгляд вглубь картины. На переднем плане мы видим два дома, а дорожки и неровный ландшафт, который приоткрывает нам крыши других домов, заставляет пристально всматриваться в каждый элемент полотна. Летний день подошел к концу, уже вечер, и небо озарилось великолепным закатом. Мы видим совершенно изумительное закатное небо с плавными переливами белого, голубоватого и, конечно, розового. Уходящее солнце настолько прекрасно раскрасило небо, что, глядя на картину, кажется, будто попадаешь в какую-то неведомую страну или волшебную сказку. Цвет сообщает изображению зачарованную недвижность, необычайный покой какого-то неземного свойства. Словно это не реальность, какой-то вымышленный мир. Кое-где на небе встречаются фиолетово-сиреневые маленькие облака. Солнце будто специально выбрало себе правильное расположение. Картина наполнена живой энергетикой и динамикой. Каждый сможет живо представить, как проходит вечер в деревне, даже несмотря на людей, которые были бы лишние. На холсте изображено единство земного и человеческого. Картина не кричит своими красками, лишь мягко расслабляет от невзгод прошедшего дня. Свет неба отображается в беленых стенах украинских хат. Отсутствие людей и какой-либо живности вкупе с этим магическим светом придает картине какую-то зачарованную неподвижность. Предзакатное оцепенение. Вечер на Украине едва ли не самое показательное для творческого метода Куинджи произведение.